Жители дома на улице Панфилова, 13, проверили качество новой игровой детской площадки. Здесь установили современные качели, карусели, горку, лавочки и освещение. Территорию отдыха благоустроили по просьбам местных жителей и учли все их пожелания. В этом году нам администрация города Химок помогла, сделала нам замечательную площадку детскую, установили нам фонари, освещение. Теперь детям безопасно стало ходить, и в школу дети сходят по дорожкам, и мамы с колясками. Площадку установили в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Уже соседние дома приходят и говорят: ой, как здорово, да, нам бы тоже такое хочется. Но это как раз тот момент, когда приятно, когда в рамках такой программы делается то, что очень нравится жителям. Это, ну, в этом стоит наша задача. Также по просьбе людей вскоре перенесут расположенную поблизости контейнерную площадку, а весной территорию дополнительно облагородят растениями. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.